Сегодня мы проводим всеукраинский турнир второго ранга среди спортсменов средней квалификации до первого разряда включительно под эгидой Украинской Федерации Армрестлинга. Подобрался хороший состав участников, мы ожидаем напряженную борьбу. Ждем вас на следующих турнирах. Я из города Краматорска. Армрестлингом занимаюсь 7 лет. Увидел в интернете афишу соревнования в Харькове. Проводится по армрестлингу. Ну и вот с ребятами решили приехать, попробовать свои силы. В составе 3 человек. Команда называется «Наша Кобра». Хочу привлечь молодежь заниматься этим видом спорта. Всех прошу ходить к нам в зал. У нас есть там спортивный зал, называется «Макс». Всем, кому интересно, могут прийти позаниматься, попробовать свои силы в армрестлинге. Спасибо организатору и лично Александру Маслову за такие мероприятия. Почаще бы они такие проводились. Будем стремиться, будем участвовать в подобного вида соревнований. Армрестлингом я занимаюсь уже 3 года. В этот вид спорта пошел, потому что почувствовал, что это мое. У меня уже была какая-то определенная база. На эти данные соревнования я приехал, потому что захотел выиграть футболку, которую подарил Денис Цыпленко. Ну и лично ее подписал. Потому я именно пришел завоевать эту футболку. Давно была у меня идея провести турнир, объединяющий 2 вида спорта. Это армрестлинг и пауэрлифтинг. В данном случае мы с федерацией пауэрлифтинга Крава и Владиславом Кравченко организовали совместный турнир и собрали на одной площадке спортсменов с разных федераций из 2 совершенно разных силовых видов спорта. Для меня это 2-й турнир как организатора. Первый был IT-турнир, который довольно себя хорошо проявил и тем самым поднял довольно высокую планку для этого турнира. На этот турнир уже зарегистрировалось около 60 человек. Приехали спортсмены 6 областей Украины. В этом турнире мы смогли организовать денежные призы, призы спортивного питания, а также суперприз за абсолютную категорию на правой руке от Дениса Цыпленкова. Денис Цыпленков подписал футболку топ-8 специально для этого турнира. Желаю всем честной и зрелищной борьбы.